Слышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. В бой, герои! Вон там черепку идите скидывать. Даларан, портуйся в следующий раз. Челики приморозились. Убралось. Вообще резко. Смотрю, блин, только 10.02 уже прислал. Успеет плевок сделать, нет? Успел. В воздухе повеяло ледяным. И долетело. Следующего бойца. На арену выходит ледяной лёв. Сражайтесь или погибнете, герои! Ну конечно, у этого. Как он называется, да? У АДКшника вообще жопа какая-то с огромной. Удар этот, взрыв трупа, вообще жесть. Он не режется по массе. Ну, да это понятно от ХП, но там настолько несоразмерна эта хуйня. Вот я ударной волной даю, да? Она помимо того, что больше 50 тысяч не может быть, она режется. Вот у тебя в одну цель, допустим, если она даст 400, там, 500к агро, а в две цели уже пиздец. Так это вообще, это, ну, грубо говоря, ДКшник, он неконкурентный танк на этом, на трэше, блядь. Ему вообще похуй. Один этот взрыв даёшь. Топовые танки на трэше. Ну, вообще, просто лучший скилл для танкования трэша в мире. Кто? У паладинов. Паладинов?
У них же тоже режется эта хуйня. Ну что? Запускайте. Смысл запускать? А меня засунаете. Интересно, сколько ТПС у Мак будет? 100к, наверное. 100к, блин. Сука, ты спиздил так мою кожу. Ты спиздил мою кожу, блядь. Минус 5 кролов. Геркулеон, знаешь. Может, надо было на Ану просто прилететь. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь смельчаки. Так, писал. А Шаря и Ганикс. Ганикс 10-то нет? Да. Я тогда в сову спекнусь, хуярьте тогда вдвоем. Я тут, блядь, на X3, значит, потею, нахуй, закрываю эти ики, блядь. На X2 зашел, нахуй, 20к ДПС, все, заебись, босс умер, нахуй. Блядь, а есть что пожрать, маги, дайте какие-то, это, столик, тыкну быстренько. Был уже сначала. Ты что, отдал? Ты не оплатил стол. Ладно, у меня чай с медом есть. Ничтожный гном, жрать надо быстро. Твоя самоуверенность. Перед вами Джарацус. Еще и настой выпил, сука, на силу увеличивается. Бля, вот гов... Пацаны, я с Диса выйду, зачем? Зачем выйдешь? Пусть знает, зачем выйдет. Ну, зачем здесь сидеть? Мне вообще не хуя. А, ну хочешь здесь сидеть? Я вот лок, который... Лок. Все. Я запомнил вас. Минус 5 кроллу. Минус 5 кроллу на этот, как он называется? Я ничего не ролю. На маунта. Дракон сквер, да, ну что-то. У меня есть маунты. А, ну ладно, хорошо. А Оня, давай все минус 100, велоплюс. У меня все есть. Кидаем, я придумал, как их кинуть. Блядь, червяка от этого запустить надо. Там спрашивают, блядь, когда ролим, нахуй. Кто спрашивает? Никогда. А он пишет, блядь, маха. Не вижу мага никакого. Да не, я просто линкую дроп, я не думаю, что я орел. А, да он неправильно, он ошибается. Он ошибается, он 5к дает. Рулить Сереги. Да будет так, сражайтесь с честью. Не щадите никого, герой Орды. Что делать, если Мишиман пишет о тайм убери? Слава Альянсу! Хули, я же вижу.
Кружку разбонит. Бунхан. Давай. Как говорит. А лучше спекайся, а что они сейчас в ДК веряют. Там маги ДК, блядь, их надо держать вам. Когда рефрактнулся и не знаешь чемпиона. Написано под ними, да? Ты наведи на него, под ними написан. За трусами у тебя стоит один. За трусами. Вот его первым надо заливать. Потом трусы вторым. Мага третьим. Надо сейчас вырежет нахуй магу. Кого? Куда? Кого куда тянуть? А, ну со стафа, да. Давай. Могу прям сюда в рейд затянуть, только сейчас перепишусь на кашник. Нет чека. РЛ, которого мы заслужили. Куржится на фулл-ход. Мага бы Бернике топ депайсер. Ну пуржите, ебаный сука свет. Да не похуй, мы, блядь, будем сейчас идти. Дерево хуй банит, блядь. Чувака 37к ДПС, блядь, тяжело его барнуть. Ну.
Волко. Бабу. Пойдем. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? О, плащ мне кидает. И ради чего? Истинная опасность еще ближе. Ну, вот плащ. Купишь его, кинет. Навстречу вам поднимаются две могучие воительницы, жуткие валькиры. Крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Ты сколько жрать-то будешь? Да он, походу, не в 10 вообще. Получается ГП. Нахуй я сюда сходил, так и не... Сейчас бы Савия ману восстанавливает. Залил бы Сеинар, тебе да ухватило бы до Анубы. Сам, стол поставили. Я уже пуля. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Ну, вот так бывает. У людей IQ отрицательно, возможно. Или какие-то это. Надо же. Надо же бить по твою, который дамаг у тебя меньше. Темная Валя куда-то убежала, это нормально? Ну, она куда-то в ворота просто взяла, убежала. На заявилась. Поняла, что ловить не. И где-то черный свет пропал. Сейчас сломаем, ну, просто.
После бури. После бури пишет два попадания такого хуя. А. Ну, череп, блядь. Не гобляй. И боешка, когда выбрали. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. Жуткие спасти взял. Они еще вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Нас всех заманят, да. Кстати, спадает. Ой. Не знаю, на опере есть такая хуйня. У нас челики АФК-шили по. Там хилы были, так чем первый пати. Если есть, то они АФК были в начале. Сейчас еще раз валить будем убивать. Thank you.
Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного. Что, можно зерганнуть, не? Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы... Конечно, можно. Я по-другому не умею. Я не знаю, как... Три человека, да, может. Как ты зерганил? Я один и зергаю. Поверю в тебя. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов. Нет. Будут принадлежать. Да он вроде от уешки умирает от моей. Если плащ дашь, то тогда я подумаю над твоим предложением. Тебя обмен кину. Что это? Героический плащ хочет. Нет, 245. Ну хотя, если ты мне сможешь 277 дать, то в принципе тоже сойдет. Кикири пошли дальше. Похуй, поехали. Похуй, его проблемы. Ну тоже, у меня уже стаки накапали. Это место станет вашей могилой. Пока только. Да. Есть бар. Спасибо. Я сыграл. ДК бы вернулась, честно. Я играл. Я отдыхаю. Я не закапал. Нет, он умер. Жать Христа и фейк. Да ты свесил у меня. Сейчас пошел пойду. Клоун на мне. Чистые двери. Посмотри. Выкопался, мы уже залили. Уже залили его. Что ты говоришь, отлично, ну и что ты, ни налет не поставил, ни агро, тупо доты, два тика, 5000 урона меня шот. Ага.
Да причем он их стаунтил, подводит к боссу, я скидываю доты мором. И, блядь, тик урона там 5000. Что, Джанни? Он живой был. Нет, он умер. А я перед ним. Ты знаешь. Изи. А я видел, короче, и это, когда уже вышел CLK, по-моему, помню, мы не убили Ануба до Берсы в десятке. Причем раза три минимум. Что-то я помню, было нормально. Ох, ты из танка спекнулся. Коня, какой блин. Там Ред умрет, потому что танк не может разобраться, кого держит, блядь. Либо все подряд, либо вообще ничего. Вот этот Славик еб... Да, 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 у меня горит с него, блядь. Вот так вот, ярким пламенем. А я не знаю, что надо держать. Ишь, маги, мы ж на Оне идем. Хуёня. Блядь, так ты не хуёнь. Слышишь, я нормально говорю уже. Хуй ты хуёнишь. Чё, пешком вообще бежать, когда можно летать? Да, в деревне из Тирамор. Ох, Шаттерел, конечно. Осуждаю. Еще и ДПС не дал. Говорил, залью мобов. Сам не залью. Ну так ты пугов танков не бери больше. В натуре сам из танка спекнулся, короче, и винит танка за то, что он умер. Осуждаю. А его тут нет. Поэтому уже Альянс привык ходит без дискорда. Сколько он мне заплатит, если я ему ее скину? Тут танк. Да. Успех. Про успех вроде речи не было. На менеджер с ролем. Никто ничего не говорил. На мэнсе, да. Никто ничего не говорил, не было. Ну, так, нет, об этом надо было сказать или что?
смысле вы так не ролите? Шел бы в ретрике, но не позорился бы. И чё, у меня есть второй спек, мне туда нужна тыня. В чем проблема? Если никто ничего не говорит, значит автоматически ролится все на майн. Ну это клево, сейчас не было этого упоминания. Не всегда на майн ролится. Всегда ролится на. Всегда ролит тот, кто. Кому нужно. Мне нужна эта тыня. Ну это клево, если кому-то нужно, я с ним договорюсь говорить уже сам. Ну или что, по-твоему, что это за хуйня щечу? Мне тоже нужна эта тренинг. Main spec приоритет, ну, на первом месте, чем у тебя там. Это уже надо заранее обговаривать. В смысле? Это стандартный ролл. Если кому-то нужна эта тренинг, я уже там с ним сам договорюсь. Вы, пацаны, давайте-ка без этого. Пробка сразу. И Оню сразу пуляй. Оф, то что у нас умерли. Умрел. Я ненормальный. Чё как медленно ведёшь-то? Давай, пошли. Так, мне нужен символ на отталкивание, срочно. Ты чё пуляешь-то, малого? Давай, быстрей. У тебя 13 секунд. Не спеши, а то вайпнемся еще. Я уже китай шел. Вот это, блядь, поставил нахуй. Танки, дракончики в рейде. Пал, иди себе. Там, наверное, не он совет. Они просто на хила перешли.
дыхания нет, либо. Интересно. Дыхания не было. Танку еще сальву дали, блядь. Видел, типа, каску, Дим, сальву. Это мне сальву дали. Это вначале было. Это была не сальва, это давление было. Не было сальвы. О, кольцо нихуя себе. В танке такое зубы были. Можно мне, пожалуйста, приговор сразу? Я Ганикс. Протопал. Ну, братан. Транспорт поставить, когда можно в тормоз. Чувак вообще не шарит. Он обиделся, скорее всего. Да, ну, помоги. Чё, я тут нихера слышу. Я вроде уже ушел из Дискорда. Чекай, сейчас эта белая стая кидает на лут. Умный сразу бы написал ролью на офф и пиздец нахуй. Не ебёт. Не было. Он же сказал, на успех. Блин, я что-то нажал.